выезжаем в Гвардейск. Должны ехать вдоль Деймы. Должны сейчас будем ехать. Вот она. Это Дейма. Река Дейма. На самом деле это как бы даже не река, это такой своеобразный канал, который соединяет реку Приколя и Курский залив в районе Полесска. То есть это канал получается. Ну, видимо, раньше был судоходным, там через него там что-то волочили. В общем, он обеспечивал связь на Кёнигсберге с Курским заливом. Ровненький канал такой, большой достаточно. И тут он скоро уже заканчивается, потому что мы до этого места не доедем. Вливается Прегель. С левой стороны будет это слияние, но его все равно не видно. Но тут вот буквально там метров от моста, который мы будем переезжать вот сейчас. Да, вот там вот впереди видно. Вот там вот за мостом метров 100 и она впадает в Прегель. Река Дейма, может чуть-чуть отремонтировали, смотрю. Вот канал